В ефірі проект «Супермама». Тут четверо кардинально різних матусь щотижня з'ясовують, хто з них найкраща. Цього тижня змагаються столичні матусі. Знайомтеся. Досвідчена мама леді Світлана. Моїй старшій дочері 34 роки. Мої внуки старші, ніж мої молодші діти. Ексцентрична мама Ната. Я майстер голос. Учу людей петь. Яка живе в унісон із донькою-підлітком. Живу з нею як з рівноправною личністю. Вона більше підросток, ніж я. Приборкувачка чоловіків Даша. Я дресирую своїх дітей, дресирую мужа. Яка навчила своїх синів, що світ обертається навколо неї. Все націлено на те, щоб зробити мені приємно. Без розмов лишніх, щоб не портилось моє настроєння. Та сурогатна мама Катя. Я змогла щасливі дві пари, подарити їм діток. Яка готова на все, аби забезпечити свою єдину рідну доньку. Мій ребенок – це моя життя, це мій мир. Матусі вже дізналися, чому присвячує час ексцентрична мама Ната. Машенька, що за вечеринки мать твоя посещає? Баня, веники, всі діла. І що її аж ніяк не парить. То, що ти будеш робити, якщо, наприклад, Маша прийде і скаже, а давай курнем. Да, я це з ними вместе зроблю. Це ненормально. А зараз на арені приборкувачка чоловіків Даша. Меня зовут Баханова Дарья, мне 40 лет, я эксперт в вопросах взаимоотношений. Я выдаю замуж за 30 дней, такой межличностный тренер. Я замужем, моему мужу 55 лет, он бизнесмен. У меня два сына от разных браков. Старшему сыну 18 лет, его зовут Геннадий, а младшему сыну 11 лет, его зовут Игнат. Какие у меня мальчики чудесные. Гена, значит, загружает посудомойку, а ты вынимаешь чистую посуду. Без разговоров лишних, чтобы не портилось мое настроение. Я воспитываю настоящих мужчин, не маменькиных сыночков, а вот мужчин, на которых можно положиться. Наша ряба підтримує вас у турботі про рідних. Мужчин вообще надо дрессировать. Их нельзя сажать себе на голову, обхаживать, ублажать. Я мама-эгоистка. Все нацелено на то, чтобы сделать мне приятно. Если кому-то что-то не нравится, дверь всегда открыта. Игнатий, она очень важно научиться считывать женские эмоции. Это для чего? Ну, это для того, чтобы не ссориться с женщиной. Я супермама, потому что я идеальная мать. Конкуренток «Идеальна мама» зустрічає у парку. Погода вообще не благоухала. Было очень холодно. Что она могла нам там предложить? Мы все были в недоумении. Куда нас позвала? Это эксперимент для того, чтобы вы вышли из зоны комфорта. Блин, пригласила. Думаю, она хочет поиздеваться над нами. У меня есть авторский курс «Выйти замуж за 30 дней». Женщины в этой программе достигают такого уровня уверенности и притягательности для мужчин, что очень быстро добиваются всех намеченных целей. Вот если есть какая-то неуверенность, и женщина еще не знает до конца, хочет она выйти замуж или не хочет, но понимая, что где-то есть какое-то сопротивление, она обращается, и мы это прорабатываем. Мы встречаемся с клиентом, разговариваем, выявляем, какие есть заскоки, затыки. Если человек говорит, я этого не хочу, я понимаю, что надо именно туда и долбить, потому что если он не хочет, значит, это зона комфорта, из нее надо выйти, и потому что человеку все нипочем будет. Упражнения мои нацелены на то, чтобы женщина вышла на какое-то время из зоны комфорта, пошла навстречу своему страху. Попробовал открыть свою женственность, внутреннюю красоту и привлечь к себе большое количество мужчин для того, чтобы потом был хороший выбор. Вот, например, да, вот нужно проехаться в метро лежа, вот лечь вот так вот поперек, значит, и всю станцию проехать молча, вот ничего не говоря, ничего никому не объясняя, не пытаясь как бы оправдывать свое положение. Я бы так не сделала даже ради практики. Я сомневаюсь, что методы Даши могут за 30 дней найти мужчину и стать счастливой. Тут манипуляция прям во всем. Все ее ненавидят, а я ее просто боготворю.
Манипуляция – это изысканнейшее искусство. Эта фишка невероятно работает. Манипуляция – это чисто женская эмоция, которую я учу женщин проявлять. Манипуляция – это очень плохо. Отношения, построенные на лжи и использовании других, долго не протянут. Поэтому я за открытые и честные отношения. Твои жертвы потом приходят ко мне на реабилитацию. Именно мужчины, которыми женщины манипулированы. И я им объясняю, что такое честность в отношениях, чтобы люди просто более осознанными стали. И им не нужно было вот эти вот сисиписечные вот эти вот манипуляции. Наташа раскритиковала мои манипуляции, но меня это ни капельки не опечалило, поскольку мне эта схема очень подходит. Как обычно прорабатываются недостатки у девушек? Подойти к 5 разным мужчинам. Молодочек, здравствуйте. Если он начинает убегать, доставать телефон, вам ну, у вас задача его остановить. И вы задаете ему конкретный вопрос. Я хочу у вас спросить. Вот, допустим, любой недостаток. В 99% ни один мужчина вам не скажет, что ты косая, да? Он в любом случае будет стараться вам сказать что-то приятное. Он скажет, да ты что, красотка, ты вообще, ты нереальная. Идем со мной. Все то, что она говорила, это разводняк какой-то. А если какой-то попадется и скажет вам, ну ты жирная, ты косая. У вас вырабатывается иммунитет на ту правду, которую вы там себе нашифровали, и вы учитесь ему отвечать. Вы сразу видите, какие у него недостатки, и говорите, ты у тебя ноги короткие. Похоже на пикаперство. Лет 10 назад такие методы работали. Я могу воздержаться от этой истории. Вся фишка в том, что нет. Там мне просто вообще это не отзывается вообще никак. Когда у меня есть проблема, я сажусь и в медитацию ее решаю там. Так говорят многие женщины, у которых происходит зажим. Я к этому абсолютно привыкла, поэтому ее реакция была достаточно естественной. Ну что, мы заболтались, давайте ближе к делу. И где же первая жертва? Ау! Жертвы, идите сюда! Я вижу одного, он уже мчится с шапочкой на голове. Мне этот мужик нравится, я уже его хочу. И я включила в себе актрису, сказала так, ну смотри на меня, я тебя сейчас околдую. Здравствуйте, нам нужен мужчина. Стоп! Скажите, пожалуйста, я вам как женщина, вот вы могли на меня оглянуться? Да, конечно. А я бы тоже на вас оглянулась, у вас красивые глаза. Да, взаимно. Взаимно? У меня тоже красивые глаза. Боже мой, спасибо, потому что я сегодня ни одного комплимента не получила. Спасибо. Света, ты нереально крутая, вот так и надо, вот именно так и надо. То есть я выполнила работу быстро. Мне нравится выходить за рамки собственной смелости, потому что тогда я становлюсь немножко раскрепощеннее. Девочки, смотрите, идет мужчина. Я пошла. Я, конечно, не растерялась, я уловила суть. Здравствуйте, а можно вас на секундочку, пожалуйста? В жизни мне всегда говорят о том, что я чересчур строгая, не улыбаюсь на фотографиях. Ну, знаете, такая серьезная леди. С первого взгляда, как вы считаете, это правда? Нет. То есть вы считаете, что я добрая? Я не сказал, что вы добрая, а просто нет такого предположения, что постоянно вы строгая. Вот вы сейчас улыбаетесь. Благодаря вам теперь я буду всегда улыбаться. Пускай все улыбаются, да. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Благодарю. Доброго. Цель была достигнута. Мне понравилось. Девочки, вот вам, если по 10-бальной системе, то 10-ки по смелости. Света и Катя были очень активными, веселыми, цепляли вообще все, что ни попадя. Сколько стоит этот курс? Вообще консультация от 1000 гривен до $200. И потом на первой консультации мы определяем, сколько нам нужно таких встреч. И все, мы можем работать. Ученые выявили 26 мужчин, ухажеров. Должно быть у вас, если вы хотите выбрать. Девушка должна взаимодействовать с 26 мужчинами, и тогда она высеет того единственного, кто ей важен. Это не обязательно с ними вступать в интимную близость, вы можете просто с этими мужчинами встречаться, потому что, да, на первом свидании мужчина, он зажат, или там продает себя слишком активно, и вам даже слова не дает. Муж в курсе, что ты снят его... Снят именно таким способом. Расставлены были сети, он в курсе, да. У нас будет сегодня возможность с ним пообщаться? Да, да, конечно. С нетерпением муж тоже ждет встречи с вами. Поэтому мчимся ко мне. Все, побежали. Нам, конечно, захотелось с ним пообщаться и узнать, какой же может быть муж у Даши. Привет. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана. Привет. Вадим. Муж просто красавчик Голливуд. Он похож на американских звезд. Шон Коннери, Пирс Броснан. Я, если вы не против, перевоплощусь. Я пошла переодеваться, а девочек отправила на кухню.
современная квартира, хороший стиль, интересный, без всяких излишеств. Даша нам так рассказывала. По сути, вы, получается, жертва Дашиных манипуляций. Тут отчасти, наверное, вы правы, потому что я думаю, что каждый мужчина – жертва женских манипуляций. Я же этого не знаю. Я первый раз от вас это слышу. Вы вообще за 30 дней женились на ней? Нет, не за 30 дней, а за 2 недели. 14 февраля поздравлял ее с цветами, с какими-то там подарками. И я смотрю, она как-то обиделась. Я говорю, а что ты обиделась? Он говорит, так я думал, ты мне сейчас предложение сделаешь, а ты даже не собираешься. Я говорю, да, и что, из-за этого ты расплакалась? Она расплакалась. Я говорю, так, пожалуйста, давай я тебе прямо сейчас сделаю предложение, только не успокойся. Вот это манипуляция! Почему нельзя было просто поговорить с ним и сказать, ты мне подходишь, Вадим, давай попробуем? То есть Даша приняла роль такого маленького ребеночка? У нас же разница в возрасте. Конечно, я Дашу воспринимал, и сейчас как маленького ребеночка. Какая у вас разница в возрасте? 15 лет, по-моему. Мне 55. Я удивилась. На его внешний вид абсолютно не скажешь. Ну, максимум до 50. Вот это потолок. Она в конфликтах манипулирует вами так, чтобы вот все перевернуть в свою сторону, либо вас сделать постоянно виноватым. Многие вещи ты действительно иногда не понимаешь. Вроде бы сделал ничего такого, а потом смотришь, да, действительно виноват. Когда начинаешь уже это все прокручивать. Даша не любит это вспоминать, так как я вот эстет, я люблю одежду, обувь, и у меня было много обуви. Когда переехали, еще не было там шкафов каких-то, вещи вот так вот лежали, и стояла гора обуви. Все в коробках, новое. Я как-то прихожу, смотрю, нету. Ну, думаю, ну, Даша перестала куда-то. А потом выяснилось, что она просто эту обувь раздала. Она говорит, я посмотрел, мне ничего не понравилось, я все выкинул. Приняла решение за вас. Там ботинки, которые покупал, там, ну, $200, там, 300. Я бы убила. Если бы вы бросили мою обувь. Я считаю, что это действительно неуважение к мужчине. Это его личные вещи. Он сам должен распорядиться, как с ними быть. Я говорю, Даша, как ты это могла сделать, вообще не спросив? И вот тут она расплакалась. Я понял, что все больше, лучше. А из-за чего расплакалась? Ну, вот из-за того, что я вот это начал нудить, там, что-то выбрать, а что-то нельзя было спросить. Человек сделал и сделал. Даша владычица. Ты ввел меня в свою жизнь, я буду в ней делать то, что я хочу. Потому что теперь ты принадлежишь мне с потрохами. И теперь я тебя буду одевать, я буду решать, что тебе делать. С другой стороны, когда уже прошло время, у тебя накапливается этих вещей, обуви, гора. Я вот сейчас вот сам не знаю, куда это все деть. То есть если эту всю ситуацию раскрутить назад, то понимаешь, что она сделала правильно. Она тебя избавила от лишней головной боли. Даша изысканный манипулятор мнением. В ее силах заложить любую мысль в голову ее супруга в том числе. Насколько вам важно, чтобы женщина работала? Если женщине нравится работать и хочет этого делать, то, конечно, пусть она работает. Ну, работать ради денег, либо ради удовольствия? Ради удовольствия. Ради денег, я считаю, это мужчина должен обеспечивать семью. Мне очень понравилось его высказывание о том, что мужчина – глава семьи, и он несет ответственность за все. Это мечта. Вот просто Дашке повезло. А чем вы занимаетесь? Я занимаюсь мебелью. Это бизнес мой. Есть фабрика, которая делает эту мебель. Я дизайн, но еще и конструирую. Вся мебель, кстати, вот которая здесь, это все вот я сделал. Вообще во всей квартире. У вас была общая идея или это вы? Вот я сказал, так и будет такая мебель. Да нет, конечно, Даша. Мне вообще многое не нравилось. Вадим дома. По-видимому, ничего особо не решает. Есть вопросы важные. Вот, которые решает мужчина. А есть неважные. Вот, допустим, интерьер в квартире. Женщина должна дом, быт, это все ее вопросы. А да. Воспитание детей? Ну, как мне кажется, это все-таки женское. Мужчина начинает общаться с ребенком, когда он уже, ну, осознанный. Воспитание такое каждодневное, конечно, это мама. Я не совсем была согласна. Имея свой собственный опыт, до года папа не нужен, может быть. Потом обязательно нужны двое родителей. О, Даша. Вернулась Даша. Богиня. В общем, мы увидели, что твое главное секретное оружие – это слезы. Даже если не права, так что потом он будет извиняться перед тобой всю жизнь, и потом еще примет твою точку зрения, выбросила всю его обувь. Я не выбросила, я отдала ей меценат. Поскольку он мой муж, поэтому и обувь почти моя, поэтому я решила распорядиться, как считала нужным. Я, честно, в шоке, потому что ты просто чистейший семейный манипулятор. Я муза, кружите меня, блин, кружите. Я муза, красотка, богиня, ну а как по-другому? Ну да, как он меня выносит, я не знаю, я ужасный человек. Я просто такой вот, ну, толстокожий или наоборот мягкий.
Вы что, подкаблучник? Ну, любой мужчина, он как бы, если так вот посмотреть, если он любит свою женщину, то, скорее всего, да. Ну, просто все по-разному вкладывают в это смысл. Я так рисковато сказала для того, чтобы вы признали это. Мужчина, который полностью подавлен женой, он подкаблучник. Вы понимаете, если бы я не была авторитарна, то был бы какой-то разлад. Так вот мне надо, чтобы Дима приехал. Он 20 часов был на границе, так-то получилось. И эти 20 часов он как-то каким-то чудом пережил. Он работает за границей, и вот когда нужно было принять участие в проекте, он, естественно, по первому моему зову примчался. Муж, ты хороший, приехал просто ради удовольствия любимой женщины. А вы работаете там постоянно? В последнее время, да. То есть, получается, Даша сейчас в большей степени здесь находится одна, да? Ну да, конечно. Почему вы не хотите жить за границей тогда? Ну, потому что я не хочу там жить, я хочу жить здесь. И так очень комфортно. Слишком много людей в одном пространстве. Это постоянные крошки, грязь, они едят, ходят, моются в моей ванной. Это беспредел. Мне не нравится то, что все попадают как-то мимо унитаза. Я их долго приучивала писать сидя, но они почему-то не повелись на это. Она пытается привить им женские черты характера, а оно не прививается никак, ее это злит. Я сказала, что наш брак расколется пополам к чертовой матери, если мы не разъедемся. Я бы еще за то, что встречаться бы нам не в нашей квартире, а где-нибудь на нейтральной территории. Встречаться со своим личным мужем, извините, в парке, ну это на голову не натянешь. Что-то Даша тут уже, конечно, загоняет реально. Скажи, пожалуйста, как дети восприняли? Они до сих пор переживают. То есть они ездят часто туда. Дети твои все-таки страдают. Вот ты смотришь на это. Тебя это не останавливает? Абсолютно меня ничего не останавливает. Все, что комфортно мне, априори комфортно и моим детям. Вот так я себе решила. И все. Счастливая мать, счастливые дети. В этом гостевом браке Даша чувствует себя замечательно. Два мальчика чувствуют недостаток папы. У Вадима недостаток жены. То есть Даша решила свой вопрос. На какое время вы приезжаете? Ну, всегда по-разному. Иногда там на месяц, иногда там на неделю. И вам достаточно этого для того, мне чтобы... Мне очень. Я не считаю, что это любовь. В моем представлении любовь – это совершенно по-другому. Вот любовь у Вадима, у Даши – это потребительское отношение. А вы планируете еще детей? Я планирую. Я нет. Даша, а если так получится, что Дима очень так хотел, что взял и родил я ребенка? Я буду рада и буду лелеять. Я вообще очень-очень за это. Ну, чтобы все жили так, как им хочется. Я даю Вадиму абсолютную свободу, потому что совершенно уверена, что я безупречна, и от меня ему никуда не уйти. Я вам скажу больше. У меня такие прекрасные отношения с бывшим мужем, с отцом старшего сына. Дима и Олег, и старший мой сын, и младший, а Димин сын, ездят вместе отдыхать. И как вам вообще общаться вот с бывшим мужем Даши? Прекрасно они... В чем тут проблема? Мы, и когда познакомились с Димой, естественно, были уже давно так в разводе. Давно. Лучше, чтобы женщина общалась с бывшим мужем, чем с будущим. Она все решила правильно. И тут никто не ревнует, не перегибает палку в воспитании детей, не забирает детей, не воюет за детей. Дай Боже всем решать вопрос так, как его решила Даша. Вадим, вы как хозяин, вместо воды дайте мне чаю. Чай с удовольствием. Всегда Дима ухаживает? Да. Утром я просыпаюсь, он там и кофе может, и запеканки. За нами ухаживал мужчина, он это делал все очень спокойно. Сразу видно, что он умеет ухаживать, и он это делает неоднократно. Да, угощайтесь, а мне сейчас надо важный звонок сделать. Благодарим. Хорошо? Благодарим. Если что-то понадобится... Мы позовем, да. Ну вот эта вот сцена, когда что мужчина небесной красоты накладывает, значит, тортик Архай. Такой и побежал. Даша. Я не могу. Подожди, стоп. Я в зависти. Вот я не вижу. Если бы его можно было размножить, я бы, конечно, Вадима и взяла и себе. А где вы вообще познакомились? Он работал в нефтегазе, такая стабильная достаточно компания. А я работала в соседнем салоне. Я там визажистом работала и маникюр делала. И вот он периодически там прохаживался. Я думаю, ну что такое челик, надо его подснять. Как-то зашел к нам в салон, сел напротив. Я маникюр ему делала. Как-то мы так слово за слово, он говорит, ну тогда не могу вас не пригласить на ужин. Я так отложила пилочку, помню. Думаю, ну наконец-то.
Даша отделала маникюр и уже плела козни по охмурению. Вот с мужем она разрабатывала свои стратегии, которые она сейчас обучает женщин. Она знает, как с этим женщинам общаться, потому что сама прошла путь от маникюрши до вот леди сейчас. Он тебя пригласил на ужин. Через 2 недели он тебе сделал предложение. Что произошло на ужине? На ужине я ему рассказала, что у меня есть ребенок, он очень обрадовался. А по итогу ужина мы сели в машину, он повез меня домой, в машине мы поцеловались. И потом какое-то из воскресенья он мне звонит утром, говорит, а что ты делаешь? Я говорю, я в храме. В каком храме, Даша? Я говорю, православно. Можно я на это диво посмотрю? Можно я приеду? И я выхожу из храма, он говорит, я этого не забуду никогда, ты в белом платке. Он говорит, у тебя такое одухотворенное лицо, и мы пошли гулять по парку. Да, я технично расставила свои сети, и он в них попал. И вот уже более 10 лет я помогаю девушкам привлечь в свою жизнь любящего мужчину. Мне кажется, что ты слишком перегибаешь палку. Но я перегибаю, возможно, для кого-то, а для себя только я загибаю нужные элементы. То есть, получается, ты в этой жизни как бы живешь, ну, грубо говоря, ради себя, не ради детей, не ради мужа. Абсолютно, на первом месте всегда я. Но почему я должна ужимать себя, свои желания? Ты не ценишь семейные ценности. Я не ценю семейные ценности, это правда. Для меня это скучно. Муж держится за эти отношения так рьяно, потому что я за них так не держусь, понимаете? Я говорю всегда, вон дверь, вон. Я никому ничего не должна. Я должна быть только красивой и счастливой. Любовь к себе явно превалирует над любовью ко всем. Даша эгоистка. Мне бы еще поучиться быть такой эгоисткой. Даш, ну я смотрю, у тебя там такие сильные наряды. Я думаю, ты нам покажешь свой гардероб. Конечно. Я решила показать девочкам свой гардероб. Ну, как все девочки. Девочки любят смотреть на платье. Это сотая доля того, что еле я сюда впихнула. Моя любимая – это самое классическое, просто черное платье. Оно очень в обтяжку, у него длинная длина. Есть какие-то более для театра, но тоже очень милашные. Ну, вот какие-то. Слушай, я вообще от бархата тащусь. Наряды все классные, красивые. Одежда качественная, не дешевая. Какие-то веселые дискотечные варианты. На дискотеку ходишь? Да. Я же вожу туры в Тбилиси. А что за туры? Это такие девичники. Знаешь, вот девичник в Тбилиси – это лучше, чем мальчишник в Лас-Вегасе. Мы оставляем здесь свои железные яйца, мечи, свои карточки кредитные. И едем туда голые и красивые. И там пытаемся выживать. Но это чистейшая воды авантюра, и в какую ты халепу попадешь – непонятно. Попасть в плохую компанию мужчин в Грузии невозможно, потому что все мужчины в Грузии, они совершенны. Вот только ты с трапа самолета сошел, все. И тебя куда-то уже увели, унесли. Это незабываемое ощущение. Попахивает вообще эскортом, ну так честно. Если мужчина тебя там кружит, то он на что-то рассчитывает. Это эскорт? Нет, ну что ты. Никаким эскортом, проституцией мы не занимаемся в Тбилиси. И ты хочешь сказать, что за тебя просто так платят, чтобы на тебя посмотреть? Ну ты же не музей. А где на тот момент, когда ты возишь девочек, где в твоей жизни муж? Муж на телефоне. Он говорит, милая, все ли у тебя хорошо? Я говорю, да тут 2 чуваки выламывают. Она что-то рассчитывает. Она говорит, ну милая, ну будь аккуратна. Я говорю, ну я буду стараться, дорогой. Ну то есть я смотрю, ты вообще абсолютно его обесцениваешь. Честно, я была вообще возмущена. Хотелось же прям больше патлы повыдирать. Ну как это? У тебя есть такой муж. Ты должна уважать и любить этого человека. Насправді, з того, що я почув, я можу зробити висновок, що чоловік Даші, якому так співчувають інші матусі, в дуже комфортних умовах для себе. Вони грають у гру, в якій Даша – екстравагантна та ексцентрична муза, а чоловік – вічний завойовник її серця. И, вочевидь, обоє отримают від цього задоволення. Даш, не знаю, мне кажется, ты просто, вот знаешь, как завела себе котенка, дрессируешь его постоянно. Да, я дрессирую своих клиентов, я дрессирую своих детей, дрессирую мужа. И что, дети поддаются дрессировке? Нет, не всегда. У них бывают бунт, они там что-то выделываются, но не знают, что всегда я главная, все. И ты считаешь себя хорошей матерью? Ну,
относительно неплохой. А где комната детей? Может, вам не сразу это будет понятно, но это детская. Удобная детская для меня. Детской мальчиков мамин гардероб. Да. В детской комнате женский мир. Как мальчик может вообще себя идентифицировать как мальчика, имея гардероб мамы вот в своей комнате? Я не вижу мальчиков вещей. И я не вижу здесь компьютерного стола. Зачем компьютерный стол? У ребят же должно быть собственное пространство. Смотрите, у них было, когда они родились, Дима тут сделал все под них. Я все это перенесла в общий коридор и сделала здесь так, как я хочу. В твоем доме для твоих же детей нету, получается, места. Даша пишається тим, як вона управляє своїми синами. І зараз, вочевидь, насолоджується своєю владою. Але в цьому є велика небезпека. Адже Даша не поважає точку зору та особисті межі своїх дітей. У майбутньому вони можуть вирости людьми без власної думки, які не зможуть відстоювати власні кордони. Школьні заняття, де вони роблять уроки? Ну, в кухні частенько. Ти тиран. Я правда тиран, я їх б'ю. Я б'ю, якщо вони не слушають. Слушай, ну ти гониш. Чим? Ну от реально гониш. Ну, звісно, вона грає. Ні, я правда б'ю. Я б'ю всім. Ты это вот так вот сейчас вот прямо с гордостью такой говоришь. Да? Я понимаю, что да, мальчиков нужно наказывать, но не рукоприкладством. Это же твои дети. Ну что это за крепостное право какое-то? Даша, за что ты вообще бьешь своих детей? За непослушание. Ну они начинают дуреть, орать, плеваться. Так это же дети. Не, смотри, вот я лежу в ванной. У меня зажжены свечи, приятная музыка, пена. И тут эти резанные голоса поросят, понимаешь? Я раз сказала, два сказала, три сказала. Люди не слышат. Ну дайте мне восстановиться, я хочу тишины. Хотите поорать, идите на улицу. Они продолжают это делать. Когда выхожу я, попадается мне подзарядка, например. А подзарядка бьет очень хруст. Они прячутся под одеялами, потому что под одеялом... Не так больно. Да. И я бью прям... И тебе не жалко? Мне не то, что не жалко, меня это дико забавляет. Я их иногда могу так месить так жестко на полу, а я люблю боксы, поэтому мне вообще все это нравится. Это вообще не вяжется с ее образом. Она такая воздушная, летящая, она такая нежная девушка на первый взгляд. Так, я тебе прикол, больше скажу. Мне, допустим, звонит какая-то клиентка. Я прочитала твой пост в Инстаграме. Ты там так, значит, за то, чтобы детей строго воспитывать. Говорит, вот мой ребенок меня не слушает вообще. Я, конечно, не знаю, что с ним делать, потому что я уже все сделала. Я говорю, сколько ему лет? 4 годика. Я говорю, бери его вот так вот. И так вот в коридор в общий выбрасывай, и дверь закрывай. И иди в кухню, чтобы не слышно ора было. Говорит, ему же холодно, он в трусиках. Я говорю, ничего, переживет. Я так вышевыриваю своих детей. И они причем там, им же перед соседями дико неудобно. Мама, мама, мы писать хотим. И она прям истерически восторгалась, потом говорит, знаешь, эта тема работает, он поплакал. Я говорю, он должен понять, что с тобой так нельзя. Здається, Даша дещо загралася в ексцентричного психолога. Звісно, такої виховної методики не існує. І я не раджу повторювати подібні експерименти зі своїми дітьми. Ты контролируешь школьный процесс, и вообще тебе важно, как они учатся, что они учат, оценки? Да, мне очень важны оценки, и очень... Не то, что даже оценки, а то, чтобы меня не... в школе. Я забрала вот у младшего телефон. Я была уверена, честно, абсолютно, что он начнет учиться. И тут мне, значит, позавчера переходит смс-ка, куча видео, как он кого-то бьет там веником, ни хрена не учится. Одни колы. Он в школе другой? Я не знаю, как он в школе, мне это не парит. Ребенок не учится. Я говорю, если тебе не нравится учиться, проблем же нет никаких. Сиди дома. И я, значит, иду и забираю документы из школы. Учительница говорит, господи, одумайтесь, ну все-таки, Дарья Станиславовна, ну как же, ну жалко же мальчика, хороший мальчик. Я говорю, ну мальчик не хочет учиться, что вы к нему придолбались? И его торжественно в классе потом провожали спицы, и он немножко пришел расстроенный. После того, как Игнат понял, что я церемониться с ним не буду, сразу взялся за ум и стал хорошо учиться. Блин, ну это вообще жестяк. То есть ты сама его унижаешь, ты еще и позоришь автоматически его перед классом. А что с этого привода думает сын Даши? Дізнаємося згодом. Карманные деньги ты выдаешь им? Нет. Вообще не даю. Есть продукты, встал утром, сделал себе бутерброды, положил судочек, пошел. Так а младшему, ладно, я старше, я понимаю, но а младшему... Смотри, он уже все лето рубил бабло. Вот ты вот познакомишься с ним, спросишь. Нашел выход. И то, ну как бы эти деньги надо, чтобы они мне приносили.
Я не даю своим детям карманных денег и считаю, что мужчина, даже если ему 11 лет, должен уметь их зарабатывать самостоятельно. Чтобы не быть мажором. Интересная, конечно, позиция, я такое первый раз слышу. Может, вы хотите присесть? Конечно. Да я тут прилягу, потому что я в шоке. Здрасте. Привет. Привет, он модняк такой, у него причукат такой. Слушай, младший сын невероятно обаятельный своим подростковым стеснением. А скажи, пожалуйста, вот этот твой мне кажется, такой папа. Крутяцкий стиль, это твое желание или мама так сказала? Мама сказала, давай так, мне понравилось. Кушать готовишь? Да. А кто тебя научил этому? Жизнь. Мама спит как минимум до 8, а если я проснулся, как обычно, рано, то я с детства самого, если я не умел еще готовить, то я залазил там на шкафчики, там что-то искал поесть. Какие-то печеньки, там бублики я ел. Даша, а как ты вообще допустила то, что маленький ребенок лазит у тебя по шкафам, ищет какие-то печеньки, в то время как ты нежишься утром в кроватке? Да, ты права, я нежусь утром в кроватке. А он правда ищет, ну не то что печеньки, особо их и не найдешь, но сухарики точно можно. И сердце не ёкает, с водичкой внутри совесть не играет. Да. Младший сын абсолютно самостоятельный. Он мог в 2-3 года утром рано встать и готовить себе, какой он может приготовить себе завтрак. Вот я ей приношу чай утром, омлет или... Ты знаешь, что маму тоже нужно покормить? Лет с 4 он начал вот так вот обходительно относиться. Причем, что я даже не просила, он говорит, сделай тебе чай. И всегда, когда гости к нам приходят, он всем девушкам говорит, там, моим подругам, вам приготовить чай? А вам какой? И все такие, приготовь, Игнат. Молодец. Опять же играет принцип Дашиного комфорта. То есть сын ей готов и кофе в постель приносить, и завтраком побаловать. Я воспитываю мужчин, которые уважают женские границы, понимают женские границы и, в принципе, понимают женщин. А ты всегда слушаешь то, что говорит мама? Иногда нет, понятно. А когда нет? Например, убрать что-то? Может быть, я там немножко задержусь, а потом начну убирать. Скажи, пожалуйста, тебя вообще устраивают методы воспитания твоей мамы? Я раньше думала, что она что, сумасшедшая, так бить. А как она тебя била, расскажи. Под зарядкой. На телефон. И за какие такие заслуги можно так ребенка бить? А если не убрал? Или убираю в одном месте, но он говорит, иди в то место убираю. Я иду, она говорит, что ты там не убираешь, иди обратно. Я обратно, она говорит, иди туда. Скажи, а ты боишься вообще маму? Когда она идет с подзарядкой, да. И до скольки ты лет будешь позволять себе так бить? Ты все-таки будешь взрослеть, становиться мужчиной. Взрослеть я буду становиться мужчиной, я буду исправляться, мама уже не будет бить. Видно, что Игнат был постоянно в напряжении. То есть на каждый вопрос он осмысливал, отдумывал, как сказать. Вдруг это маме не понравится. Как реагируют твои одноклассники, что у них есть телефоны, а у тебя забирают? У меня все мои одноклассники, они мне как близкие друзья. Все мою маму знают. И знают, почему забрали телефон. Не переживает ли мама о том, что, например, ты в школе, ты идешь со школы, идешь в школу? Я говорю, вот есть кнопочный телефон, пожалуйста, ну, бери. Он говорит, мне не нужен. Мне нужен еще Вайбер, соцсети, потому что кнопочные. Ты никогда в жизни не отвечала мне на обычный телефон. Я и на Вайбер тебе не отвечала. В смысле, ты мать, и ты на звонки не отвечаешь или на Вайбер не отвечаешь? Если честно, я вообще не понимаю, какие чувства испытывает Даша к своим детям. А як Катя ставиться до своєї доньки? Когда твой ребенок лежит в реанимацию, ты готов отдать всю свою жизнь, только пожалуйста, живи. Если только, не дай Боже, что-то с ней случилось бы, меня б не стало в эту минуту. Та чи так усе насправді? Дізнаємось у наступних випусках. Я лежала в реанимации. Даже истории на лечение не могли сбросить. Девочки, я начну готовить наш ужин с вами, и поэтому вы можете истязаться над Игнатом, а я уже пойду. А скажи, пожалуйста, вот перед тем, как мама забрала документы из школы, она говорила с тобой об этом? Нет. Она увидела оценки, которые у меня были всегда, и просто забрала документы. Я говорю, мама, зачем ты забрала документы? Она говорит, не хочу разговаривать. Я был в шоке относительно. Хорошо, что в тот момент приехал папа. Там как-то он договорился, там забрал документы. Дуже погано, що Даша навіть не поговорила зі своїм сином про його оцінки. А замість цього вона знову ж таки вдалася до чергової маніпуляції. Якщо з чоловіком, який вже дорослий та свідомо вступає в подібні ігри, це прийнятно, то для дитини це тривожна та незрозуміла ситуація.
Подскажи, пожалуйста, как мама вообще учит обращаться с девочками? В школе, либо, может быть, там дворовые подруги? У меня одна была подруга, и мне она понравилась. Я у мамы спрашиваю, а как сделать так, чтобы... Ты ей понравилась? Да, да, да. Она говорит, сделай вид, что ты не обращаешь на нее внимания. На вопросы отвечай, но просто делаешь вид, что... Она тебе не интересна. Да. И он настолько сильно помогло, что я даже заплатил маме. За каждый свой ценный совет она еще и деньги берет. Ну, в общем, это, конечно, поразительно. На Бэймиксе зарабатываю деньги 300 гривен в день. Деньги за трюки. То есть не хотите ли вы ему показывать трюки? То есть вы показываете вы трюки, как уличные трюки. Вау! Это очень круто, что Игнат может заработать какой-нибудь капитал небольшой. Я не понимаю, почему он должен зарабатывать сам в таком возрасте. Ви можете вчити дитину заробляти, вчити фінансовій грамотності. Та це не означає, що ви не повинні давати їй кишенькові гроші. Думки про гроші і про те, де їх заробити, викликатимуть відчуття тривоги. Та зрештою, якщо дитина їх не матиме, вона може зважитись навіть на крадіжку. Приглашай брата, ми поговоримо. Привіт! Здравствуйте! Привіт! Мене звати Світлана. Приятно. Как ты позволил то, что в твоей комнате мамин гардероб? Но мама хочет зайти в гардеробную и тут взять свои вещи. Она... Пускай берет, мне это не мешает вообще. Вот скажи, пожалуйста, тебе сейчас 18, да? Ты же вот взрослый парень. До сих пор у мамы есть рычаги воздействия на тебя? Вот как она сказала, так и будет? Если раньше я, как и Игнат, был, возможно, не согласен с этими методами, потом, в конечном итоге, я понял, что лучше я уберу, и это будет лучше, чем я буду, например, сидеть в телефоне или валять дурака. Это будет меня дисциплинировать. Я так понимаю, что старшему сыну легче смириться с мамиными обезбашенными причудами, нежели вступать с ней в конфликт. Гена в детстве был более ответственным мальчиком. Скорее всего, потому что я была более строгой мамой. Возможно, я и правда мама-террористка, но я думаю, результаты важнее, чем тот террор, который я устраиваю детям. А скажи, пожалуйста, вот вы с мамой общались на тему девушек? Она как-то, может быть, тебе советовала, рассказывала? Раньше я не советовался, а пытался как-то самостоятельно решать вопрос. Не очень хорошо получалось. Потом я подумал, ну, наверное, нужно попробовать проэкспериментировать. Вдруг она же все-таки эксперт в вопросах взаимоотношений. И она мне давала совет, я просто его исполнял. И в итоге я был в шоке. Ну, такого результата у меня никогда не было. И что же это за результат? Я не знал, куда мне бежать от этих девочек. Я очень люблю женщин в принципе. И они все для меня друзья, подруги. Я не буду ревновать своего сына, потому что я буду желать ему лучшего и уже сейчас желаю. А ты платил маме за консультации? Я маме плачу за эти консультации постоянно. Просто так, я так поняла, в этом доме ничего не получишь. Нужно за все платить. И какая самая максимальная сумма ты маме заплатил? Ну, заплатил за мамин билет в Египет. Вот. А, прекрасно. Гена поступил как настоящий джентльмен. Ты сейчас учишься? Да. На кого? Первый курс у меня была политология, а второй курс экономика. Ну и, наверное, дальше буду на экономике. Ты работаешь? У меня была работа, я занимался устрицами. И я подумал, может быть, вам показать, как они открываются, и, может быть, вы захотите попробовать вдруг, я не знаю. Давайте быстрее попробуем ваши устрицы. Даша, ты опять переоделась? Да, я такая. Ну и вообще я люблю переодеваться, перевоплощаться. Вау! Я хотел что-нибудь предложить лично от себя нашим прекрасным дамам. Но поскольку я не знал, какие у вас предпочтения к устрицам, вообще любите ли вы их, поэтому я взял самые простые вот, для тех, кто пробует их первый раз. Это финдиклер второго размера. Они имеют нейтральный вкус. Молодец. Очень правильная презентация. 5 баллов за это. Гена уже 18 лет приобщился к трудовой деятельности. И я ему сказала, сынок, теперь ты в ответе за себя и за свою семью. Столько испытаний, я им каких-то препятствий, где, чтобы они их преодолевали, умели выживать в сложных условиях, брали на себя ответственность, что для мужчин очень важно. У меня был 2 раза опыт с устрицами. Честно говоря, он был не очень удачным. Ну вот хочет Света. Ну, я просто каждый год на устричных фермах. Да, подкрой мне, потому что мне так будет неудобно. А я уже только сделаю сам акт. Я первый раз.
Вы доверяете мне, что они Конечно. Живые? Конечно. Они не пищат, не волнуйся. Что мне нужно делать? А вы просто берете вот так вот и через эту сторону ее выпиваете. Да, и просто Поехали. Выпиваете. О боги, о боги. Даже вот, не чокаясь, вот так вот, да? Очень вкусно. Да? Тебе понравилось? Да, я замечаю, все говорят очень вкусно, но лицо у них совершенно другое. Нет, действительно вкусно. Ну, мне понравилось. Такая скользкая штука. Все тогда, я вас оставляю. Дима, присоединись к нам, пожалуйста. Приятного аппетита. Как вам вообще живется в такой семье под названием матриархат, где женщина, грубо говоря, правит всем? Мне комфортно, я подстраиваюсь под людей. То есть я не чувствую какого-то некомфорта. Просто когда ты любишь, тогда ты находишь какие-то точки соприкосновения. То, что хочет Даша, он как вассал делает все. Он соглашается на эту роль удовлетворить все потребности своей любимой жены. Вы согласны, что Даша хорошая мама, и ее методы воспитания вот прямо вот идеальные? У меня, собственно говоря, другой возможности нет не согласиться с этим. Он категорически против любого насилия, особенно битья детей. Поэтому, когда их бьет, он закрывает их грудью и кричит: «Милая, милая, занавесь занавески, нас лишат родительских прав». Чисто мое пожелание все-таки дать младшему ребенку больше проявляться самому, кто он, потому что много тебя. Ее устрашающие методы – это просто бессилие перед решением вопросов, когда не работает манипуляция. Еще вот Даша не нашла рычагов управления. Мне кажется, ты заигралась в своей семье, потому что возле тебя мужчина, достойный мужчина. Он тебя любит, а ты его просто позволяешь себе любить. По поводу сыновей, Геннадий, он там так выхвалял свою маму. Но мне кажется, такой завуалированный образ, чтобы дабы не подумали о маме плохо. А вот по поводу Игната, ребенок, которому действительно внутри больно. Мама такая легкая, воздушная всегда везде, но только не с ребенком. Она недооценивает то, что она имеет, к сожалению. В чем-то я согласна, в чем-то нет, но к каждому мнению я обязательно прислушаюсь. День мне очень понравился, все кружилось вокруг меня, как мне могло это не понравиться. А зараз на приборкувачку чоловіків чекає Дмитро Карпачов. Чи подіють Дашині чари і на нього? Здравствуйте. Вітаю. Слухайте, ну то ви не допрацьовуєте. Що іменно? Ну як мама не допрацьовуєте? Хлопці так і не навчилися пісяти сидячи. Ну, періодично все-таки я же контролюю, я прислушуюсь. Чому не вийшло? Судячи з того, що я про вас знаю, це єдине, що у вас не вийшло. Ну, як-то, видимо, це перестало бути важливим. А чому було важливо? Ну, на какой-то момент я, видимо, была более раздражительной и фокусировала на этом внимание. Ну, а потом, когда я наполненная, гармоничная, веселая, думаю, ах. А чему вы не любите своих детей, своего человека? Да нет, я люблю. А что для вас любовь? Ну, это вовлеченность в человека, в его жизнь, в его душу, в его потребности. Для меня еще любовь – это бажання попіклуватися про людину. А от дивлячись на ваші стосунки, я бачу, що ви так все вибудували, що піклуються тільки про вас. Забота – це що для вас? Бажання зробити приємне, враховувати потреби. Чому ви вирішили, що я їх не учитую? Ви дозволяєте собі дресирувати чоловіків, б'єте їх шнурами для телефону. В дитячій кімнаті, де живуть хлопчики, зробили свій гардероб. Ну, так совпало, как-то нас всех это вроде устраивает. В мене складається враження, що ви виховуєте підкаблучників, а не справжніх чоловіків. Ну, в вашому розумінні, підкаблучник – це хто? Це чоловік, який ігнорує свої потреби тільки заради того, аби догодити жінці. Ну, я не думаю, я наоборот хочу обратному. Я хочу, що вони зі мною повинні учитувати мої потреби, а… А свої? Свої. Так у них это и происходит, мне кажется, их уговаривать не надо. А чому вони живуть у вас в гардеробі? Це їх бажання? Мамо, ми мріємо жити в жіночому гардеробі. Нет, ну если бы они... Нет, ну хотя нет, я бы не согласилась, ну, бачите, правда, да.
Знаєте, що найжахливіше я почув в історії про вас? Так. Да. Ви розумієте, що це не досить типова реакція на фразу, що найжахливіше у вас посмішка? Ну, мені цікаво, мене це веселить. Ви ж не розумієте, про що. Та порада, яку ви давали мамі, що 4-річну дитину треба кудись... Вишвирнути в коридор? Ну, це жахливо. Жахливо це тому, що та людина, яка вашої поради дослухалася, вона не розуміє, чому це спрацювало. Такі речі, звісно, працюють. Ви можете купити електрошокер. Це найкращий спосіб заспокоїти дитину, примусити її їсти кашу та робити уроки. Через деякий час достатньо буде тільки його вимкнути, не треба навіть буде штрикати. Але ж це не та порада, якою треба користуватися, бо цей час, коли дитина розуміє, що вона не потрібна власній матері, вона відчуває себе покинутою. Це може вплинути на її ставлення до себе і на стосунки з іншими. Ця порада, ну, вона дійсно жахлива, бо вона травмує психіку дитини. Ви маніпулюєте почуттями до власної мами. Да. Це заборонений прийом. Ну, розкажіть мені, як ти убедите мене в тому, що це плохо. Не буду. Ви ж не хочете цього почути. Ні, я хочу. Ні, ви зараз мною маніпулюєте. Ну, я так, це непризвольно відбувається. Я ж сміла жінка, що пішла показати свої слабості. Ні, у вас же ця сміливість – це компенсаторний механізм. І вся ця бравада про маніпулювання свідчить про психопатію. Угу. А що ви порекомендуєте? Вам нічого. Почому? Що, безнадіжний варіант? Навіть гірше, ніж ви думаєте. Ви ж спеціаліст. У вашому випадку я безсилий. Дякую, що завітали. Взаємно. На все добре. А наскільки суворо оцінять Дашу суперниці? За хозяйственность Даши я ставлю 5. Она как женщина и как мать не создала тот полный уют и комфорт для всех. Она только создала его для себя. За воспитание я ставлю Даше 5 баллов. Она своих сыновей не воспитывает, а манипулирует ими. За самореализацию я ставлю Даше 9. Мне нравится деятельность Даши. За месяц решить вопрос личной жизни. У наступній програмі до себе запросить Світлана. Я юная леді плюс 50. Я имею двойняшек, им 8,5 лет. Утром что мама заставляет пить? Бады. Хлорофилл, витамин С, блуд для крови. Вот это мы будем пить для того, чтобы жить до 100. Ти сумасшедшая. Але яка страшна правда ховається за її захопленням БАДами? Ти узнала беременность после того, как узнала его болезнь? Это ситуация вообще врагу не пожелаешь. Вопрос смерти ты не обсуждаешь. Почему? Для них смерть, слово, пугает. Это неизбежно. Я не могу это просто. Ты что?